Давайте попробуем еще один рецепт сделать. Так, для этого нам понадобится тоже небольшая емкость. У меня маленькая, потому что я пробую. Потом отрываем туалетную бумагу. Рвем ее на мелкие кусочки. Теперь возьмем клей ПВА. Так, клей ПВА уже там. Еще я возьму пену для бритья и добавлю. Еще мне нужно будет добавить обыкновенную детскую присыпку. И теперь в качестве загустителя я буду использовать опять спрей для ног Тимурова. Вы можете использовать другой. Можно использовать освежитель воздуха Airwick. И начинаем сгущать. Интересно, получится или нет. Вроде бы что-то получается. Попробую еще. И попробую уже пожамкать в руках. Все. У нас получился лизун. Нужно было просто туалетной бумаги побольше сделать. И тогда все будет круто. Я попробую размять его. Итак, у нас получился второй лизун из туалетной бумаги. Но мне понравился больше первый вариант. Второй вариант, он более такой тягучий. Расплывается. Видите, такой. Но все равно, я считаю, у нас все получилось. Обязательно попробуйте сделать этих лизунов. Теперь вы точно знаете рабочие рецепты из туалетной бумаги. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, нажимайте колокольчик, чтобы знать о наших новых видео. Всем пока!